А вот виновник другой страшной аварии, экс-глава Ленинского РУВД Андрей Кузнецов, обжалует свой приговор в Ярославском областном суде. Бывший высокопоставленный милиционер признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц. Ночью 12 июля на перекрестке проспекта Толбухина и Большой Октябрьской «Лексус», за рулем которого находился пьяный и лишенный прав на управление автомобилем Кузнецов, протаранил «Ладу». 19-летняя Анастасия Асафова и 25-летняя Оксана Пушкина погибли на месте. Выжить удалось лишь их коллеге Дмитрию Хренову. 2 декабря Кировский районный суд приговорил Андрея Кузнецова к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока неизвестна.